Инновации в системе обучения. В Уссурийске впервые прошел конкурс среди руководящих составов образовательных заведений. Детские сады и школы представили свои проекты. Каждое учреждение старалось показать свое эффективное управление. Самый первый конкурс. Люди, которые заявились, школы, которые заявились, они уже победители. Потому что для того, чтобы подготовить такой серьезный конкурс, нужно, конечно, приложить усилия. Муниципальный конкурс включил в себя несколько ступеней. Написание эссе, приготовление презентации, открытые уроки. Кстати, это стало самым интересным как для самих участников, так и для жюри. Но были и нелегкие испытания. Проектный офис. Самый интересный и самый сложный, где команды должны были по чужому проекту сделать анализ их работы. Это было очень тяжело, очень сложно, но все справились достойно. Показали свое мастерство и показали, как себя проявлять на этих конкурсных мероприятиях для всех других учреждений, чтобы послужить примером для всех участников в дальнейшем. Само по себе участие в новом для Уссурийска конкурсе – смелый шаг, считают жюри, и уже победа. В следующем году организаторы ожидают еще большее количество конкурсантов. Все финалисты получили дипломы, а победителям, помимо подарков, будет назначена премия. Второе место среди трех призовых заняла школа села Новоникольска. Мы стали победителями. Среди трех победителей мы заняли свое достойное второе место. Мы к этому шли, мы старались. Конкурс показал, что мы команда. Я как директор хочу поблагодарить свою команду не только в лице своих заучей, но и в лице вообще всего педколлектива. Бронзовое третье место получил детский сад номер 39. Максимальное количество баллов и абсолютную победу одержал коллектив гимназии номер 29. Директор Евгений Жуков отмечает, главный успех в том, что коллеги – настоящая команда. Есть команда. Если есть команда, то руководитель может эффективно руководить. Если команда не сделала, то любые усилия, они один в поле не воин. Поэтому у меня есть команда, я горд тем, что я директор гимназии номер 29, потому что у нас замечательный коллектив. Инновации и смелые эксперименты, открытия в области образования. Но главное не забывать про добрые традиции в системе обучения и правильно сочетать старое с новым. Это подчеркнули все участники конкурса. Тамара Илюхина, Антон Войцеховский, Телемикс.